В Уссурийске на арене имени Романа Клиза российская спортсменка-победительница Олимпийских игр 2014 Аделина Сотникова дала мастер-класс по фигурному катанию для участников первых зимних международных спортивных игр «Дети Приморья». Именно 10 лет назад в этот день Аделина Сотникова завоевала свою золотую медаль, и сегодня она сама в таком приподнятом настроении, в особом, и когда видит, что ее мастерство воспринято и передается ребятам не только с Приморья, но и со всех регионов Дальнего Востока, с наших соседних государств, с Китая, с КНДР, с Беларуси, конечно, это воодушевляет, видит, что ее школа продолжает жить, дети восхищаются ее примером и стараются походить на нее. Поэтому я смотрю, здесь очень много тех ребят, которые показывают высокое мастерство. В этот же день Олег Кожемяка открыл соревнования по шорт-треку, проходившие в спорткомплексе «Олимп» в Уссурийске. Это специализированная арена, даст возможность проявить вам свое мастерство, завоевать медали, уехать с яркими эмоциями, с впечатлениями, обрести здесь новых друзей. Уверен, что такие соревнования, которые развивают детский и юношеский спорт, которые сближают наши народы, мы будем проводить ежегодно. Будем проводить на площадках Приморья, будем проводить на площадках Китайской Народной Республики, в Корейской Народно-Демократической Республики. Будем приглашать всех наших дальневосточных друзей, чтобы дружба и детство всегда были и оставались послом мира. Удачи вам и ярких вступлений и новых побед! В соревнованиях приняли участие 7 команд из муниципалитетов Приморья, 5 команд из регионов Дальнего Востока, сборная КНДР и Республики Беларусь и 2 провинций Китая. В общей сложности более 90 спортсменов. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.